Всем привет, с вами Копик, сегодня мы играем в Counter-Strike 1.6, да. Мы играем уже на Warcraft сервере. Warcraft сервер этот очень крутой. Я на них просто вот в последнее время играю очень сильно. Но вот решил снять. На чем я играю, шо и как. Я на этом сервере дня 4 уже играю. Немножко раз и подкачал. Тут, конечно, очень много опыта для раз надо. Вот, допустим, я друида, чтобы прокачать друида, надо почти 7-300 надо набрать опыта, прикиньте, чтобы 100 уровень апнуть. На некоторых сервах 511 уровень, всего лишь надо, ну, сколько там, ну, 3 миллиона опыта от силы, а здесь аж 7. Это, конечно, чуть-чуть многовато, чтобы пока рыцаря качаю. Так, возьмем, о. Так. Давайте возьмем талисман, башмаки. Ох, сейчас рубанем. Так, сейчас попробуем нагнуть. Вот эта раса хороша тем, то что она, смотрите, дает такую хрень вам, как хпшки, то есть лекает в два раза больше хп. Допустим, у вас там 300 хп будет. Ну, допустим, у вас 300 хп, она их удвоит. Ага, друид, значит, здесь засел. Вот и все. Так, так, надо, знаете, что прописать нам? Подкачиваться ж надо, 41 уровень. О, видите, 200 хп было меньше. Вот. И в чем фишка, короче, смотрите, если вам не снесут в ближайшие, там, допустим, 20, там, 40 секунд хпшки, допустим, хотя бы одну, то у вас вместо 200 хп снова станет 100. Это такое, как бы, тоже прикольчик такой. Вот, смотрим, оп. Ой, мой навык блокировали. Это хреново. Так, подберем быстренько вещи. У них денежки. Так, теперь давайте сейчас еще наберем опыта. И идем дальше, играем. Так, опять 200 хп. Бронечку тоже увеличивает. Ну и поэтому я качаю. Еще и за лика смерти качаю в тот раз. Где-то 10 тир есть. Вот он козлина сидел тот. Так, опять томкнем, потому что я еще убью денежки крысанок мои. А там, походу, друид остался. Угу. Ага. Так, мы снова здесь, да, и чуть-чуть задержался, там, пришли ко мне. Так, я амулет убираю для того, то, чтобы оружие в каждом раунде, допустим, в том раунде меня убивает, оружие у нас воскрешается, грубо говоря. Так, ищем, ищем. Ага, где-то тварюга там. Так, вот хпшек все набьем. Вот ему плюху в лицо и все. И жизнь хороша. 4 золота, конечно, не хватает. Здесь очень дорогой том и очень такой, знаете, бесполезный. Но лучше, чем ничего. Твари уже там. Ой-ой-ой, друид. Блин, денежек нету. И хп нету. Затащить не смогу. Так, теперь есть. О, другой разговор. Что, опять нежить осталось?
Ну, минируй, додик. Ага, ясно. Не заминирует он. Сейчас бомба рванет. Вот 100 хп видим, да? Снова 100 хп у нас. Так. Еще такая мелочка у этого рыцаря есть, прикольная. Короче, когда кто-то рядом с вами, у него хп снимаются. Как там, что-то с ликом все. О, Бахмут попал. Кому-то я сделал больно. Так, и кто-то сейчас мне больно сделает. Хотя они этого убили. Серый чуть-чуть народа мало, но зато когда много народа, всегда одни читы играют. Вот в чем фишка. Тогда фиг покачаешься, а так хоть скачаться можно. Ох! Ну нафиг. Это как-то было стрёмненько чутка. Друиды опять гасанули. У меня друид сотый уровень. Да, друид тоже мощный. Но есть на одном сервачке. Я еще играл. Потом, может быть, если захочу, сниму видюху. Ну или здесь так нормально просмотр лайков наберется. Да, буду про варики снимать. Ну вот, лежи. Лежать надо. Да, ну тут прикольно, конечно, все прикольненько. Только вот смотрите, я вот амулет, ожерелье точнее покупаю, да, ну чтобы надо же ожерелье покупать, чтобы, допустим, по мне мана чужая не проходила. То есть там такая фигня. Допустим, вот по мне стреляет пацан, там, знаете, орк-граната, там, допустим, или там орка есть такая фигня, молния такая. Когда по тебе стреляет она по тебе сносит урон. А если вот у меня вот эту вот фигню покупаю, то как бы, ну, как-то защиту дает. Вот у меня уже 32. Только убьют, и кому-то эти 32 перепадут просто. Опять кто здесь есть. Ох, ненавижу лорда. Не люблю я лорда. Слишком он подкидывает. Высоко. Где он подевался? Его чего убили так что? Хотя он по низде глаз стрелял, интересно. Хотя у него была он какая-то он эмочка. Вот смотрим, у меня 255 хп. И то, что я на умелке их набил. Ага, где-то он тут. Дверку открывал. Значит, он где-то здесь. Ага. Нож сильный чел. Ну, допустим, на сервере этом. Игрок, с которым вот, натурено там попотеть, а так. Все остальные там более-менее. С которыми не надо потеть. Ага, вон там, сейчас обойдем его. Офигеть, морж нагибает. Всех сейчас нас разберет. Ну где он? Где-то он там наверху. По-моему. Ох, убили его. Где он был? Так, патрончиков, томчика прописать и идем дальше. Да, уже купить ничего нельзя. Фигово, это очень фигово. Если закупиться гранатками, допустим, нельзя. Если бы можно было, было бы другой разговор. Сейчас, кто здесь есть? Уже горит. Ага. Так, все, убили, убегаем. Опять там кто есть. Я не помню, что там.
Только хотел выстрелить, так и знал, что он там сидит. Это додик. Где-то здесь, по идее. Опять можешь. Ебать, ну. Где он? Где-то близко, то что он не мог, это ульту блокирует. Ух, нифига себе. Он где сидел. Тут и я специально для вас возьму, короче, свою любимую расу, друида, да? С ним вообще шикарная, как бы одни точки занимать. Там он вообще крутой. Так вот, для него сейчас у меня немножко не то стоит. Ну, да, ну как стоит? Ну, не те, вот, допустим, фигня, которая надеется. Допустим, у меня стоит интеллект, а мне он не нужен. Что-то вот такую фигнюшку ставишь. И фиг кто пройдет. Тупо не боясь. Ставишь, грубо говоря. Ну, кто-то считает, что это крыса, но как бы такой точки захватываешь и стоишь, ждешь, допустим, здесь. Стоишь тут вот. Услышишь, что там что-то бьется. Вышел, там начал, помочил. Тут услышал. Подбежал, допустим, из-за угла, тут убил. На самом деле крутая. Вот, минус. Просто точку занял. Ёбаный в рот. Друид, что ты против нахуй человека 18 уровня и нахуй друида 80-го лава. Так, смотрим. Я врубану этот раунд и все потом. О. Здесь кто-то был. Ты что, билась только что? Потому что, так, возьмем, допустим, еще хилку поставим. Хилка у меня тоже такая нормально прокачана, помогает, здесь нормально все. И кровавый маг. Так. Ну где вы, родненькие? Ждем, ждем, ждем всех, ждем. Давай, 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 лезь, лезь. Тут кто-то трындит какой-то пацан. Ну мне все равно то, что он трындит. Ага. Убили одного. Я кикнуто за пинга. Ага, ух, нифига себе. Итак, я взял своего любимого, свою любимую расу. Это мор. Ой, этот, блин, какой же мор, с моржом путаю. Это раса, как бы, друид. Раса вообще отличная. Только с ней, только так тащить и держать, там, допустим, плен держать тот же. Очень хорошо с ней идет. Так, смотрим, смотрим. Я тут моржа очень сильно боюсь. У него человек маленький левел, ну допустим он там так, конечно, ныкается с ним. Он еще плащ взял, а плащ тут на 60% невидимкой тебя делает. Плюс еще его невидимка, ну в итоге так нехило тебя скрывает. Это очень-очень хорошо. Знаете, что я чувствую? Что там есть кто-то, он там сидит. Да. Так и знал. Чувствовал. Ну, на этом, я думаю, закончим наш такой
обзорчик сервера, да, и обзорчик расы. Ну, только две расы там, как бы такие, как обзорчик. Просто показал мои любимые расы. Это две расы, да. Очень крутые друид, очень крутой. И крутой рыцарь смерти. Ну, на этом все. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.